ГТО или «Готов к труду и обороне» – это всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, очень популярный не только в нашем районе, но и по всей Кубани. Выполнению норм этого комплекса, как правило, предшествует подготовка, которая оздоравливает и развивает физически. Это не понаслышке знают юные славянцы, которые дружат с физической культурой, занимаются в спортивных секциях. Более 300 ребят 9 и 11 классов со всех школ Славянского района приехали в Центр спортивной подготовки «Олимпиец», чтобы выполнить нормативы ГТО и получить заветный значок. Это очень круто, потому что это атмосфера, которая здесь, это как на соревнованиях. И помимо этого, я сдаю уже третий год, и все на золото, и стараюсь повторить этот же результат еще и в этом году. Спорт помогает держать ритм, и за день приходится очень много раз ходить то в школу, то на разные секции. И вот именно физическая форма, она помогает людям держать себя в этом ритме постоянном и нормально как бы жить. В первоклассном современном спорткомплексе есть все условия для успешной сдачи нормативов. Поэтому во время этого ответственного мероприятия не возникло никаких проблем. Принимают участие желающие, которые хотят выполнить на знаке отличия золотой, серебряный или бронзовый знак. Значит, у нас виды испытаний: стрельба из электронного оружия, бег на короткие дистанции 60, поднимание туловища с положения лежа, зевание, разевание рук в упоре лежа, подтягивание на перекладине. Кроме того, есть челночный бег, упражнения на гибкость, прыжки с места. Для того, чтобы сдать на значок высшего достоинства, нужно быть физически гармонично развитым человеком. Помогают раскрыться способностям ребят опытные судьи. У нас очень профессиональный судейский корпус, который помогает нам участвовать на хорошем, высоком уровне. И я надеюсь, что ученики Славянского района покажет хорошие результаты выполнения нормативов комплекса. Участники сдачи нормативов делали это с энтузиазмом, стремясь показать свои лучшие результаты. ГТО – это действительно большое испытание для многих ребят. И я человек, занимающийся легкой атлетикой, для меня это тоже довольно тяжело, потому что здесь есть многие виды, как, например, стрельба или челночный бег, которые в легкой атлетике нет. И их очень тяжело сдавать. Спорт, он нужен везде и всегда. Выполнение нормативов хорошо показывает сильные стороны подготовки, как и то, над чем стоит поработать. В конце концов, здесь не будет проигравших. Выигрыши – все участники, поскольку они выбрали здоровый образ жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».